Вот с трех кустиков что получилось. Ну, я думаю, килограмм 10 будет. Тот куст я выкопал, ранее вам показывал. А этот последний, предпоследний, слабенький. И вот еще чуть-чуть. Так, уважаемые подписчики, ну вот я показал полностью за этот батат. Первый ролик я показывал, как бы, как он разводится веточками, там у меня есть фантастический батат называется. Второй я показал, первый акустик выкопал. И вот я выкопал еще, ну это в ведре, по-моему, 4 или 5 кустиков это у меня осталось в гребне. Я вам показывал. Были рядом еще 4 кустика. Или 5, опять же, уже не помню. Просто в землю посажен, просто в землю, без гребня. Там он мелкий, он как бы такой, ну, как мелкая картошка, не особо хороший. То, что в гребень, примерно сантиметров 25 посаженный, и внизу не вскоп, внизу надо было не вскапывать вообще, когда в гребне сажаем, если земля будет слишком рыхлая, то есть большое расстояние рыхлой земли, пойдут тонкие корни. Вот где-то мне попадались, когда я копал, тонкие такие корни, глубоко, аж там, то есть малый эффект получается. Прямо гребень насыпать, сантиметров 15, не больше, и вот эти вот сажать росточки, которые от него отводятся, и желательно под пленочку, чтобы как бы не веточки вот эти, как у огурцов, как у тыквы, у всего, оно цепляется, начнет прорастать, нельзя, надо подрывать. Для этого пленочкой накрыли. Ну, люди делают капельный полив, это вообще идеально. У меня просто бутылки стояли, я там иногда налью водички, и все. Когда кинулся копать, смотрю, оно совершенно сухое, там вода куда-то уходила неизвестно. То есть полива практически не было. Очевидно, бутылка стояла, и вниз вода уходила по прямой, никуда не расходилась. То есть это один минус. И что еще? Вот этот урожай, ведро я взвесил, то есть 8 килограмм получается в ведре. Ну, минус ведро железное, там сколько там, то есть 7,5, там 7 с чем-то получилось. Почти полное ведро вот с этих 5 кустов, 4-5, как вы видели. Ну и как это я развел, вот эти 7 килограмм, 7,5, вот такая картошина у меня была, даже чуть-чуть меньше. Ну где-то вот такая, да? Я отрезал одну и вторую жопки. Это я съел для пробы попробовать, я ее покупал, как говорил, недешево. Попробовал, отлично, мне понравилось именно этот сорт. Я не помню, как он называется, этот сорт. Но он не такой сладкий, есть сорта сладкие, есть какие-то там горькие всякие. Но вот это именно такой ходовой, под картошку подходит отлично. Мне понравилось, я поджарил на обычном масле подсолнечном, не сливочное, ничего. Вкус хороший, буду еще пробовать, поджарю, нажарю, может быть, и вместе продегустируем, посмотрим. Ну а так пока все, что я показал, это у меня первый урожай. Так что я сделал, может быть, это ошибки, да, в землю теперь сажать не буду копать, буду только на гребне, и под гребнями не буду вообще вскапывать. Я, по-моему, вскапывал под гребнями тоже, и как-то там оно, хотя нет, я вот сейчас копал там жесткое. Ну, то есть капельный полив буду делать. Жука ни одного за все лето, ничего, то есть получается он чистый, экологический, без отрав, без всяких. Во-первых, он полезный для здоровья. Там, ну, если почитать, как говорится, как говорил мой отец, слепые начинают ходить, а хромые видеть. Так вот это и за это. Ну, все оно полезное, когда все в меру, или там себя настроить, что оно полезное. Верить надо в себя, и все. Ну, до свидания, до встречи. Пока по это у меня закрыта тема в этом году. Буду весной росточки сажать. Может быть, покажу, кого будет интересовать, как опять разводится, росточки растут. Хотя это у меня видео показано было. Зачем еще раз? Ну, до встречи. Пишите, кому интересно. Хотя эта информация тоже есть. И сейчас ее немного в интернете, но есть. Люди выращивают уже годами.